Всем большой привет! Сегодня мы нарисуем веточку барбариса. Итак, я беру тонкую кисточку, это единичка, и намечу веточку. Коричневый цвет нужно взять. Такой вот. Сейчас побольше коричневый. И вот такими вот движениями аккуратно, да, рисуем вот веточку. Немножко я оставляю, да, отрезками рисую пробелы, вот. И потом мы это все заполним, да, где вот пробел, я добавляю вот веточку, и от нее две тонкие такие вот палочки, да, можно их так назвать. Так, здесь будет идти веточка, да, от нее тут палочка, листик, там здесь вот будет. Давайте я сначала, да. Лучше поступим так. Я беру кисточку потолще, у меня пятерка. Возьмем красный цвет, добавим водички побольше и аккуратненько вот наметим наши ягодки, да, сколько у нас будет. Аккуратненько. И я буду оставлять, там блики достаточно яркие, да, вот такие большие белые пятна. Ну, потом их растушуем. Так. Здесь покруглее, да, можно сделать. Потом вот дорисуем все, что им надо. Вот, рисуем такие. Ну, нельзя сказать, что прямо форма овала, да, потому что они вот здесь покруглее идут. Ну, вот такую вот форму пока что нам надо нарисовать. Сколько вот ягодок кто хочет, да, можно побольше, поменьше. Сейчас нарисую. Ну, у меня будет немного, тут такая веточка. Немножко уже или ее обобрали, или там осыпались. Вот. Так. И вот тут вот давайте. Ой, аккуратненько надо сделать. Здесь. Ну, здесь там, давайте, тоже будет такая небольшая ягодка. Потом здесь вот, ну, мы сейчас ножки вот рисуем, да, ягодкам. Давайте такую сделаем. Я сегодня хочу постараться сделать прям такой вообще простой рисунок, чтобы не было много каких-то там... Ну, не будем, в смысле, там, светотень прям прорисовывать. Такой легкий, легкая акварель, так, ну, симпатичная в то же время будет. Отличная открытка, кстати, если, например, черным маркером, да, аккуратно, или вот пером написать что-то, так смотреться будет здорово, да, внизу там что-то подписать. Так что вот такая вот вам идея. Ну, хватит мне барбарисок. Я сейчас, прямо сейчас же, пока еще краска не высохла, помыла кисточку. И вот мне надо растушевать таким образом, да, вот эти вот блики, ну, края, чтобы они не были такими резкими. Немножко, да, вот. Так, так. Ну, примерно так. Растушевали, да. Теперь я беру зеленый цвет, и мне нужно сделать листочки. Так, давайте зеленый возьмем, такой вот потеплее. Потом, а можно желтого, конечно, сразу добавить. Давайте желтого добавим. И будем рисовать листики. Значит, листик таким образом будет идти. Здесь он такой покруглее. Так. И сюда, да. Потом вот здесь. И вот здесь давайте так добавим листочек. Так, сейчас я еще зелененький возьму. Можно, кстати, уже тут такие листочки местами коричневые, да. Сейчас я поменяю цвет. Возьму, кстати, да,
Давайте смешаем вот с коричневым. Можно его в зеленый, да, прямо добавить. Такую охру взяла. Вот сюда вот листочек давайте добавим. И здесь такой круглый листочек. Сейчас я возьму просто охру, да. Сейчас побольше только надо взять. Давайте ее вот здесь можно порисовать. Так. Потом здесь давайте тоже порисуем. Аккуратно делаем листик такой. И здесь то же самое. Так, давайте добавлю еще. Опа. Вот такая интересная веточка. Сейчас прорисуем тонкие, да, к ней крепление. Возьму кисточку, вот нолик. Коричневый цвет мне нужен. Ну, может, поярче, конечно, слишком бледный будет. Ладно, поярче я возьму, намешаю сюда. Вот такой толстой кисточкой, потому что тонко очень сложно. И вот отсюда буду брать уже тонкой кисточкой цвет. И вот эти вот всякие палочки мы сейчас крепление и сделаем. Так. Так, вот отсюда, там еще там торчит палка, от которой все отвалилось уже, да. Вот так она крепится, например, вот сюда, к этой палочке. Надо сейчас, я попробую поярче все-таки взять цвет. Так, сейчас будем экспериментировать дальше. Вот таким образом, да. Так. Отсюда давайте вот так сделаем. Сюда. Здесь можно вот потоньше. Давайте вот тоненько пройдемся. Ой, что-то там все растеклось прям. Так, сюда, сюда. Так, и теперь давайте вот здесь вот прорисуем такие штучки. Кружочек, да, тут будут. Аккуратно у них такие на конце. Ну, не точечки, да, достаточно объемные. Вот, крепление. Итак. Рисуем дальше вот эти все вот веточки, да. А, ну как они уже есть. Сейчас вот здесь почетче. По нижнему, да, краю я пройдусь. Здесь пройдемся. Так, здесь давайте тоже пройдемся. Так, теперь я возьму вот кисточку, красный цвет. Водички можно побольше добавить. И вот нужно, давайте, немножечко, да, я вот где тень, прям одним движением по каждой ягодке вот так проведу. Так, ну тут подправлю, как-то странновато смотрится. Так, ну, собственно, вот по правому краю, да, давайте вот здесь, здесь тоже, может быть, потемнее. Сейчас кисточку помою, и вот аккуратно ее надо просто
распределить, где она не совсем аккуратно легла. Вот. Ну, так будет симпатичнее смотреться. Так, я не дорисовала. Сейчас немножко вот отвлеклась была. Вот эти вот части, да. Вот внутри там потемнее будет. Ну, здесь просто такие можно оставить ее. Здесь там такую точечку поставим потемнее. Так, и здесь есть еще. Ну, давайте листики. Да, я немножко хочу все-таки поразнообразнее. Вот у них есть красный цвет. Можно немножко вот добавить им цвета на некоторые листочки, да, которые не очень интересны. Здесь, например, да, вот здесь вот этот листочек давайте сделаем покраснее. Такие вот как-то здесь половинку, да, я только закрашу. Добавим для них разнообразие. Сюда, сюда. Здесь давайте то же самое сделаем. Так. Здесь. Так, теперь я возьму тоненькую кисточку. И вот надо нарисовать, ну тут в основном только центральную такую красную веточку. А фактуру листиков, да, у нас как бы имеется. Аккуратненько тут. Симпатичнее, да, можно кое-где вот листики, кстати, вот у барбарисы имеют такой красный контур небольшой. Аккуратненько веточки, так, ну не все, да, некоторые. Тут вот есть такая вот полосочка у нас, она, конечно, выше идет, и вот здесь вот аккуратно. Здесь вот тоже проводим таким образом. Так, так. Угу. Ну, тут такой контур можно тоже сделать. Аккуратненько такую полосочку. Здесь вот. Ну, так по каждому листочку вот немножечко пройдемся. Кое-где можно вот такой контур сделать. Единственное, мне еще хочется поконтрастнее сделать веточку, потемнее. Сейчас я возьму коричневый цвет. Такой. Оп. И вот. Пройдусь, да, вот по этой веточке. Аккуратненько. Так. Здесь можно точечки, да, такие поставить, где места крепления. И аккуратненько еще вот добавить таких небольших акцентов, потемнее красненьких на ягодке. И, собственно, веточка очень симпатичная. Можно на этом заканчивать. Вот. Кое-где, да, тут еще такую вот красную полосочку можно вот здесь вот по низу, да, немножко по низу, правильно сказать, да. И давайте, раз уж такая пошла, я как увлекусь и все, не могу думать. Оранжевый цвет я взяла, да, немножечко вот в некоторых местах вот можно пройтись тоже немножко оранжевеньким. Так, все. Ну, ладно, мне не нравится пятна немножечко. Давайте, надо собрать. Все, я не знаю, я не могу остановиться. Такой кошмар. Так, все хочется, да, сделать лучше. И получается не всегда лучше. Что... Все, на этом я закончила. До новых встреч и всем пока-пока.